Берешь в руки иллюстрацию к песне «Новый день» и понимаешь, что прямо сейчас в моей жизни происходит удивительная встреча с небывалым, с высоким, с прекрасным. Ощущаешь прям важность этой встречи. И сердце невольно просто вырывается такой возглас восторга. Вот как он прекрасен, новый день. Больше всего поражают цвета. Они совершенно неземные. Они, наверное, творятся в самых-самых высотах неба, высотах мироздания, высотах чувств, может быть. Каждая линия пронизана светом, источает свет, источает радость, гармонию. Невозможно оторвать взгляда от лика прекрасного принца. Как он красив! Такая лучистая, струящаяся доброта, такая духовная доброта струится из глаз. И всегда поражает, как же, какое же это искусство, чтобы в цвете, в линиях передать весь поток чувств. И очень, и с одной стороны, так все утонченно, нежно, как музыка к песне нового дня, как будто слышишь ее, глядя в иллюстрацию, и в то же время ощущается такая мощь света, эти крыла расправленные. А как прекрасен птичий оркестр, который ликует, направляясь к нему. Видно, что насколько желанный, важный новый день. И как будто красота и истина, не случайно же песня «Новый день» находится в творческом комплексе «Истина большая». Глядя на иллюстрацию, понимаю, что это истина, что все чувства живые, что он пришел. И благодаря такому образу, который вот в сердце поселился, и, возможно, и отношение уже определенное рождается ко дню, к этой песне, ко всему творческому комплекту.